Это место любят все устюжане, ведь отсюда открывается прекрасный вид на правый берег Суханы. Однако с недавних пор количество сидячих мест здесь сократилось вдвое. 5 апреля в темное время суток неизвестный приехал на площадку и нанес фатальный урон скамейке с цветником, после чего транспортное средство скрылось. Скамейка восстановлению не подлежала, а когда появится новая, зависит от скорости работы сотрудников полиции. Надеемся, что они установят виновника, которому можно будет предъявить ущерб, который нанесен муниципальное образование город Великий Устюг, урну, скамейку. Цветочницу необходимо восстановить. Для этого нам нужен виновник, да, чтобы предъявить ему возмещение ущерба, который он нанес. За дальнейшей информацией мы обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что транспортное средство нарушителя попало в поле зрения камер видеонаблюдения, и сейчас идет проверка материала, которая поможет найти автомобиль и его владельца. Ускорить поиски могут помочь и простые устюжане. В настоящее время проводится проверка, возбуждено административное производство. Как бы в том месте у нас установлены камеры, мы проводим проверку, поэтому, хочу обратиться к жителям Великого Устюга. Если кто-то располагает какой-либо информацией, вы можете позвонить по телефону 02 либо 2-28-33. Конфиденциальность и нераспространение личных данных мы гарантируем. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».